В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Лариса Истомина. Здравствуйте. В Архангельске продолжается ремонт городских дорог. Дорожники уже привели в порядок автомагистрали на Смольном Буяне, Шабалина, Мостовой и Кировской улицах. Продолжается обновление дорожного полотна на набережной Северной Двины от улицы Розы Люксембург до Поморской и на улице Шубина. Сегодня там побывала наша съемочная группа. Дорогу на улице Шубина на участке от Троицкого проспекта до обводного канала ремонтирует предприятие «Аксум». Дорожное полотно на этом отрезке сильно износилось, ведь последний раз строительные работы проводили здесь 5 лет назад. Сейчас мы занимаемся подготовительными работами, то есть снимаем старый асфальт, поднимаем колодцы, выравниваем колодцы, люки колодцев, и вот потом уже просто будет асфальтировано. Дорожная техника вызвала небольшие затруднения в движении транспорта. Однако никто из автолюбителей не жалуется, ведь ездить без ям и ухабов намного важней. Это очень важно. Наконец-таки взялись за дороги. Тем более такие мелкие улицы, они же дают объезд вокруг крупных дорог, где затруднено движение. Дорога очень сильно была разбита и очень тяжело было перемещаться. То есть с Ломоносова на Космонавтов, и из-за этого как бы тут проблемы. Многие объезжали этот участок, и из-за этого это были пробки в городе. Дороги стали исправляться в лучшую сторону. Всего на ремонт дорог в этом году муниципалитет выделил около 90 миллионов рублей. Однако этих денег недостаточно. При остановлении областной программы развития Архангельска как административного центра серьезно скорректировало объем дорожных работ в сторону их уменьшения. То, что программу поддержки города как областного центра прекращена, это, конечно, подорвало очень ремонты в городе Архангельске. Я надеюсь, что депутаты областного собрания в следующий год все-таки откроют эту программу. Конечно, будет значительное подспорье, и дороги надо ремонтировать. И хотя денег на обновление дорожного полотна катастрофически не хватает, городские власти стараются сделать все возможное, чтобы на проблемных участках ездить стало лучше. В 2015 и 2016 годах по программе планируется капитально отремонтировать Ленинградский проспект от окружного шоссе, а также улицу Белогорскую и улицу Селикатчиков. Затем построить новый участок набережной от улицы Поморская до площади Профсоюзов. Кроме того, в 2017 году будет капитально отремонтирована автомобильная дорога до аэропорта Талаги. Мы всяческим способом участвуем в других программах, скажем, программа туристической программе федеральной, по которой до 2018 года город Архангельск получит вместе с участием бизнеса получит порядка 6 миллиардов рублей. И из них мы отремонтируем набережную Володарского до площади Профсоюзов, часть дороги над Талаги, закончим дорогу до Селикатчиков. Что же касается ремонтных работ на улице Шабалина, то они должны завершиться к 25 августа. Инга Швецова, Алексей Шаршов, «Панорама Севера». Сегодня в Архангельск вернулась исследовательская команда Арктического плавучего университета. Это уже 6-я экспедиция в рамках совместного проекта САФУ и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Международный исследовательский отряд – это 55 человек. Участники экспедиции – студенты российских и зарубежных университетов, сотрудники научно-образовательных и исследовательских учреждений, а также крупных промышленных компаний. В этот раз судно профессора Молчанов прошло по маршруту Севморпути от Архангельска через остров Файгач, полуостров Таймыр и остров Диксон. Помимо высадок на сушу, одним из важнейших этапов работы экспедиции стали исследования в научных лабораториях. Студенты вели метеорологические наблюдения, работали над созданием гербария арктических растений, а также разрабатывали возможный туристический маршрут по арктической зоне России. Кроме того, на борту профессора Молчанова прошли лекции по проблемам международных отношений в Арктике. На Маймаксанском грузовом участке полным ходом идет разгрузка траулера «Мичуринск» приморского рыболовецкого колхоза «Прилив». В Архангельский порт судно пришло поздним вечером 18 августа, а сегодня на разгрузке судна побывала наша съемочная группа. За этот рейс рыбаки выловили в Баренцевом море свыше 200 тонн трески, пикши, палтуса, камбалы и зубатки. А современное оборудование, которым оснащен траулер, позволяет заморозить рыбу до 25 градусов ниже нуля и расфасовать продукцию по коробкам. Рыбаков печалит лишь то, что квота в этом году у рыболовецкого колхоза «Прилив» невелика – 1450 тонн. Но благодаря слаженной работе с калининградскими тральщиками выход нашелся.
Благодаря своим партнерам, которые мы вот 5 лет уже работаем, калининградская фирма «Мичурин» на сегодняшний день с января месяца обловил 3300 тонн. То есть, если собственной квоты как бы мало, то ищем каких-либо возможностей для того, чтобы судно взяли в аренду и не было убытков по простою судна. И, естественно, как бы, когда судно ловит, то экипаж может получить как бы хорошие как бы зарплаты. И колхоз находится всегда в прибыли. На сегодняшний день траулер «Мичуринск» имеет все необходимые документы для организации поставок рыбы в Норвегию. Однако свою продукцию тральщики реализуют исключительно в России, что еще раз доказывает, без заморской семги мы сможем обойтись. Полные морозильники, заполненные рыбой, безусловно, норвежскую семгу может заменить наша северная треска. Она по своим качествам намного выше, чем семга. Кроме судов траулового флота, в наш родной порт и заходят суда рыболовецких колхозов Архангельской области, ООО «Ягры». Наши архангельские компании у нас же в Архангельском порту выгружаются. Это обусловлено, в свою очередь, тем, что районы промысла, они ближе сейчас находятся к Архангельске. Вообще, сам промысел трески, он смещается на восток. И тоже есть надежда в том, что наши суда все чаще будут заходить в наш родной порт. И это действительно так. Только с середины июня на Маймоксанский грузовой участок пришли более 10 траулеров с рыбным грузом. Что же касается сегодняшней выгрузки, то свежемороженая рыба появится на прилавках архангельских магазинов с завтрашнего дня. Инга Швецова, Алексей Шаршов, «Панорама Севера». События на Украине не сходят с экранов телевизоров. Вместе с тем, вынужденные переселенцы из соседнего государства стараются забыть ужасы гражданской войны и строить новую жизнь на новом месте. В Архангельской области таких людей почти 500. И каждый получает помощь не только от государства, но и просто от неравнодушных северян. Это фотографии из раненого бомбежками города Первомайск Луганской области. Отсюда, с юго-востока Украины, в Россию бегут тысячи людей. Из лагерей временного размещения они отправляются в разные регионы нашей страны. Многие нашли пристанище в Архангельске. Места, оставшиеся без крова, предоставили в том числе и в центре реабилитации «Родник». Здесь где-то около 150 человек, 40 детей у нас. Я хотела бы большую благодарность высказать тем людям, которые нам помогают. Это архангелогородцы. Низкий им поклон от нас. За то, что они помогают нам, одевают деток наших, питанием помогают, памперсами. Скоро они понадобятся и уроженке Первомайска Дарье Новосельцевой. Девушка на 9-м месяце беременности. В Архангельск вместе с семьей приехала 2 недели назад. Наобум, ничего не зная о городе. Лишь бы родить в нормальной, спокойной обстановке. В нашем городе мы прожили целую неделю под бомбежками. Бегали и в подвал, и в 12 ночи. Ну, в Архангельск, как мы сказали, нам ехали наоборот, что будем знать, что тут тихо, что нас встретят, нам сказать, что люди тут отзывчивы, добры, нам поможут. В общем, мы надеялись. Ну, оно так и получилось, что нас тут люди встретили. Хорошо. Помогают вещами, колясками, как бы даже и продуктами. Вот. На нашем этаже тоже помогают. Девчонкам неплохо питание разное, привозят пюрешки. Кашки те же. Люди здесь добрые, как бы добрее, чем на Украине. Все отзывчивые. Нам тут даже неподалеку есть тут одна хорошая бабушка, с которой мы познакомились с ней в парке. Она каждый вечер к нам приходит, нам помогаем, чем может. Глава семейства Егор едва успевает разбирать вещи, которые передают новосельцевым северяне. Недавно им подарили детскую кроватку, а накануне ванночку для малыша и важное транспортное средство – коляску. В нюансах ее конструкции еще предстоит разобраться. Сейчас бы вместе с коляской и разбитый пазл жизни собрать, найти работу, решить вопрос с будущим жильем, избавиться от переживаний и страхов, чтобы ребенок Даши и Егора пришел в мир, в котором царит мир. Алексей Карельский, Олег Ширяев, «Панорама Севера». Канун нового учебного года – это бесконечные сборы. Правда, доверху набивать портфели разного рода изданиями теперь не надо. Все школьники Архангельска будут обеспечены современной учебной литературой за счет фондов образовательных учреждений. В том, что экземпляров действительно хватит на всех, убедилась наша съемочная группа. Накануне нового учебного года школы Архангельска разбирают посылки, в недрах которых кроются лучшие подарки всех времен и народов – книги, точнее учебники. Грызунам научного гранита они достанутся безвозмездно, то есть даром. А вот самим образовательным учреждениям пришлось выложить энную сумму. По закону об образовании, учебную литературу они отныне приобретают самостоятельно. Администрация 28-й школы потратила на печатно-иллюстрированные знания почти 250 тысяч рублей.
Вся учебная литература приобретается обязательно в соответствии с утвержденным перечнем учебников, рекомендованных и допущенных в образовательном процессе. Ну и, конечно, в соответствии с реализуемыми образовательными программами, которые существуют в каждом отдельном образовательном учреждении. ГОСТа и сертификата соответствия заслужили труды 16 российских издательств. Со многими из них сотрудничает и 28-я школа. В этом году закупили 1140 учебников. Заведующая библиотекой Валентина Просекина в свежих экземплярах усматривает даже здоровье-сберегающий компонент. Книги стали легче в мягких обложках. Увесистые издания разбивают на тома, дабы учебный процесс не вел к сколиозу. Но не это главное. Совершенно изменился учебно-методический комплекс. То есть современному учителю очень легко, используя новый современный учебник, обеспечить личность и подход каждому ребенку. Здесь самое главное, конечно, направленность на ученика, на разный уровень класса, на разное личностное состояние ученика. Очень много дополнительных заданий, очень много интернет-ссылок, очень много, вот я говорю о том, что диски есть, то есть домашние задания ребенок может углубить уже самостоятельно, без помощи учителя. То есть здесь самое главное, это ребенок учится учиться. С яркими иллюстрациями, занимательными примерами и нестандартными задачами, коими богаты современные учебники, делать это будет интереснее и проще. Всего же в школы Архангельска до 20 августа поступит более 70 тысяч таких книг. Так что все школьники будут обеспечены учебниками за счет фондов образовательных учреждений. Алексей Карельский, Руслан Симушин, «Панорама Севера». К другим новостям. Середина августа – это разгар сезона грибов и ягод. В это время дачники и горожане часто ходят в лес, не забывают взять корзину, но не всегда помнят о правилах безопасности. Как не заблудиться в лесу? Советы дает опытный турист Виталий Третьяков. Даже самые опытные грибники теряют ориентир в лесу. Собираясь в лесную зону, необходимо тщательно подготовиться. Как говорится, безопасность превыше всего. Если вы собираетесь в лес, то непременно исповедуйте принцип предусмотрительности, принцип ПП я его называю. То есть прежде чем собрались в лес и выйти, подумайте, что нужно взять с собой. И задайте себе логический ряд вопросов. Ну, первый из вопросов – это зачем я иду? Вот в зависимости от этого соответствующая экипировка. Следующий вопрос обязательный – с кем иду? В одиночку всегда сложнее, всегда опаснее. Мало ли что там случится, рядом никого нет. Первое, что нужно сделать в обязательном порядке, это изучить район путешествия вашего, район вашего выхода. Сейчас это сделать довольно просто, потому что очень большие, значит, возможности с картографией. Сейчас можно в интернете посмотреть любую карту и изучить досконально, не выходя из дома. Обязательный минимум, который вы должны всегда взять с собой. Спички, нож. Компас, современное средство, навигатор, если вы умеете пользоваться. Карта, всегда мини-аптечка. В лесной зоне существует множество опасностей. Одна из основных – дикие звери. В наших лесах живут медведи, рыси, лоси. Не совру, я с медведем встречался 6 или 7 раз. Вот. Ну, летом звери практически не опасные. Мы им мешаем, они нам мешают. Но если мирно разойтись спокойно, так практически каких-то проблем не будет. Спокойствие необходимо соблюдать и при потере направления в лесной зоне. Когда человек в лесу вдруг понял, что он потерял ориентиры, он сразу почувствует, что в его организме начинается паника. Это естественное состояние человека, страх за свою жизнь, а вдруг, а что, а выйду, не выйду и так далее. Поэтому первое, что нужно, это успокоиться. Кстати, не лишний будет в лес надевать яркую одежду. Это лучше для поиска, во-первых, ну и для подачи сигналов тоже. А далее можно, двигаясь там по спирали или выходами в разные стороны, осмотреть местность и попробовать сориентироваться, где же вы все-таки находитесь. Забраться на холмы повыше, если есть эта возможность. Если есть возможность на дерево забраться, можно на дерево забраться. Архангельские полицейские начали штрафовать за курение в общественных местах. В среднем за смену один полицейский патруль в столице региона выписывает до 10 штрафов. Сегодня стражи правопорядка могут оштрафовать курильщика на сумму от 500 до 1500 рублей. Как к этому относятся архангелогородцы в нашем традиционном опросе? Лично мне не нравится, когда передо мной курят, потому что я лично не курю, мне запах дыма этот совершенно не нравится тоже. Ну и также ограничивать людей не надо. Вот, к примеру, нужно специальное место для курения тогда отводить.
Просто так сделать запреты тоже, это плохо на самом деле. Но следить за этим, за порядком тоже надо. Положительно. Вообще должно быть запрещено курение на территории города. Как считаете, сотрудникам полиции удастся отследить всех курящих? Ну, я думаю, что не только сотрудники полиции должны отслеживать курящих, но и сами жители должны сообщать об правонарушениях на территории города. Ну, я считаю, это нормальная цифра. То есть я отношусь нормально, потому что не курю. Ну вот, а как вообще к мере? Это она эффективна, как вы считаете? Ну, для начала, да. Как, скажем так, первый шаг, он эффективен, а в дальнейшем, я думаю, что будет только ужесточаться все это. Я как человек не курящий, конечно же, отложусь позитивно. Правильно сделали. А скажите, сотрудники полиции смогут отследить всех курящих в общественных местах? Ну, это зависит от самих сотрудников. Если они будут внимательно относиться к своим обязанностям, то, конечно, смогут. Крайне положительно. Давно стоило вести такие меры. Как считаете, сотрудники полиции смогут отследить всех курящих в общественных местах? Я думаю, многие даже не станут, но попробовать стоит. Далее в нашем выпуске новостной дайджест. Коротко о главном. На реставрацию соловецких памятников выделено 800 миллионов рублей. В период с 2015 по 2018 годы на эти цели будет выделяться от миллиарда рублей в год. Об этом на совещании, прошедшем на Соловках, рассказал министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Кроме того, для расселения аварийного жилья и капремонта поселкового жилья необходимо изыскать 140 миллионов рублей. Вопрос получил поддержку министра регионального развития России Игоря Слюняева. Он отметил важность выполнения поручения президента Владимира Путина по налаживанию жизни на архипелаге. Авиарейс Санкт-Петербург-Архангельск прибыл с задержкой из-за технических неполадок. Борт авиакомпании «Россия», пролетев почти половину пути, вернулся в Санкт-Петербург. Причина: у лайнера Ан-148 была обнаружена трещина в лобовом стекле. В авиакомпании «Россия» информацию о наличии трещины на стекле подтвердили. Там рассказали, что пассажиры улетели в Архангельск на другом самолете. Резервный борт благополучно приземлился в аэропорту столицы Поморья. 26 августа завершается прием работ на конкурс «Штрихи к портрету лошади», который проводит музей «Малые Карелы» совместно с конным клубом «Табула Раза». На сегодняшний день на конкурс поступило более 60 работ. Проголосовать за наиболее понравившуюся можно в социальной сети в группе «Музей деревянного зодчества Малые Карелы». Награждение победителей по итогам конкурса состоится 7 сентября, в день памяти святых Флора и Лавра, считавшихся покровителями лошадей, который будет отмечаться в музее. Заслуженный мастер спорта новодвинец Леонид Якимов продолжает победоносное выступление на личном чемпионате России и всероссийских соревнованиях по стрельбе, которые проходят в Подмосковье. Очередную золотую медаль северянин завоевал в стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров. Таким образом, Леонид Якимов стал двукратным чемпионом России на этих соревнованиях. А теперь к обзору главных тем свежего выпуска газеты «Правда Севера». Соловки. Туман рассеивается. Так называется репортаж об итогах визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Соловецкий архипелаг. Государство решило отказаться от федеральной целевой программы развития островов, и теперь профильные министерства России будут выделять деньги на развитие Соловков из своих бюджетов. Как будет работать этот механизм, читайте в свежем выпуске «Правда Севера». В понедельник вечером в Архангельск прибыла еще одна группа вынужденных переселенцев с юго-востока Украины. Их разместили в общежитии аграрного техникума на Сульфате. Понятно, что место жительства это временное, до начала учебного года, как, впрочем, и санаторная школа-интернат, которую сейчас срочно освобождают для учеников. Куда пойдут беженцы 1 сентября, разбирались журналисты «Правды Севера». Конституционный суд признал незаконным задержание на границе должников. Изменится ли что-то в работе судебных приставов в связи с этим? Читайте интервью с исполняющим обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов Иваном Юшмановым. «Правда Севера» продолжает наблюдать, повышаются ли цены в связи с введением санкций. Что по этому поводу говорят чиновники и что местные производители? Читайте в «Правде Севера» от 20 августа.
В Архангельске начались гастроли легендарного Волковского театра. Сегодня гости из Ярославля дали пресс-конференцию, на которой рассказали, почему, по их мнению, театр, даже академический, обязан быть разным. Этот театр дает по 11 премьер каждый год. А главной трудностью его художественный руководитель Евгений Марчелли называет поиск ответов на три главных вопроса – что ставить, как ставить и для кого. Архангельские гастроли – это четыре разных по форме постановки. Во время спектакля «Орфей и Эвридика» актеры расскажут историю вечной любви языком тела. Удивительно современным окажется Тартюф Мольера, а театральный блюз перенесет зрителя в пространство джазовых шлягеров прошлого века. Провокацией и шоком обещает стать для публики спектакль-номинант премии «Золотая маска» драма «Екатерина Ивановна». Сама пьеса, которая вышла более 100 лет назад, она сразу вызвала сильный резонанс в литературных кругах и даже скандалы. В общем, эта пьеса провоцирующая некий зрительский скандал. Ну, по-разному. Бывает он активный, у нас тоже бывает, зрители встают, уходят агрессивно, хлопая дверью. Бывает очень активный прием. Кстати, главная роль в драме Екатерина Ивановна принесла актрисе Волковского театра Анастасии Светловой специальную премию жюри фестиваля «Золотая маска» с формулировкой «Запредельность сценического существования». Когда режиссер дает тебе возможности какого-то эксперимента над собой, даже прежде всего, какой-то фантазии, это же очень творческий момент, мне кажется, чем режиссер, который тебя деспотично, вот делай так, встань так, посмотри так, скажи слово так, ну, конечно, это творческий процесс, когда это свободы. В Архангельске «Волковцы» пробудут до 23 августа. За это время зритель увидит не просто четыре разных спектакля, четыре разных труппы на одной сцене. Наши гастроли в Архангельске завершают наш такой очень мощный гастрольный цикл, который мы начали в мае. И за это время мы объехали 15 городов, несколько стран. И мы очень рады, если с сегодняшнего дня архангельский зритель будет приходить на наши спектакли. Как признались актеры, для них очень важно почувствовать зал, публику, понять, контакт со зрителем есть. Остается просто жить на сцене. Чувствовать. Елена Матвеева, Ольга Красулина, Алексей Шаршов. Панорама Севера. Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Волкова Евгений Марчелли и актриса театра Анастасия Светлова были гостями программы «Такие дела». Смотрите повтор программы сегодня в 24:00 и в последующие дни в 16:20 часов. Далее в выпуске расскажем о самых интересных событиях Архангельска на предстоящие выходные. Рубрики «Открытый город», прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. 23 августа на стадионе у 45-й школы пройдут соревнования по мини-футболу среди дворовых команд. Играют интернациональная сборная Архангельска, команды Северодвинска и Новодвинска. Прямую трансляцию соревнований смотрите на телеканале ПС. Начало в 11 часов. 24 августа в поселке Уимский Приморского района на родине легендарного балагура Сени Малины состоится третий музыкальный фестиваль «Малина Джаз». В нем примут участие лучшие архангельские джазовые коллективы и музыканты, а также гости из других регионов России и зарубежья. Полную версию фестиваля можно посмотреть на телеканале ПС. Видеозаписи концертов, спортивных матчей и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 639-720. Открой город вместе с нами. В завершении информация о курсе валют. По данным Центробанка, на 21 августа доллар США 36 рублей 22 копейки, евро 48 рублей 19 копеек. Это была информационная программа «Панорама Севера». Телефон редакции телеканала ПС 639-720. Напомню, нас можно увидеть и в интернете на портале правдасевера.ру. Я, Лариса Истомина, с вами не прощаюсь. Увидимся через пару минут в программе «В центре внимания». У нас в гостях директор департамента городского хозяйства мэрии Архангельска Владимир Плюснин. В Вельске 21 августа ожидается переменная облачность плюс 21-23. В Котласе малооблачно без существенных осадков 22-24 градуса тепла. В Мирном в четверг облачно с прояснениями плюс 18-20. В Новодвинске переменная облачность, небольшой дождь плюс 17-19 градусов. В Архангельске 21 августа будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь, днем возможна гроза. Ветер южный, юго-западный, умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10-13, днем плюс 17-20. Атмосферное давление будет падать. Тип погоды второй благоприятный.